Мы на вокзале. Приехали провожать мужа. Вот наш местный РЖД. Это почему железнодорожная касса? А что, кассы нет где-то тут? Интересно. Все, посмотрели. Кассы нет, что ли? Ничего не понимаю. А где расписание поездок? Какое расписание? О чем ты? Вот оно должно быть. Макса, Тихо, Углич, вот тебе и все расписание. Порошок не входи. Что это значит? Вот тут что значит порошок не входи? Вообще был зал ожидания, потом сразу ресторан, а тут был буфет, я помню. Так давайте вот тут выйдем на перрон. Пусть. Куда он пошел? Не знаю, свалил от нас. Хоть информация крестная, наверное. Даже смотрите. Пожарное вот, это. Поезда. У него какой поезд? СПБ Санкова, Санкова СПБ 18:50. Вот. 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 Воскресенье, вторник. Сегодня 609 через Пестово. Угу. У него какое место? Верхнее, нижнее? Верхнее. Угу. Санкова в 6 часов уходит. Время прибытия в 6 утра. 53 минуты. Ага. Даже что, заламинировали, что ли? Фига, у него же ламинатор тут есть. 6:50 уезжает. Откуда он пойдет? Еврохим. Ой, тут даже все травкой заросло. Раньше тут травкой-то не заросшее было все. Всю жизнь ездили. Катя, помнишь, он все время красный был? Не помню. А у меня память, светит, как у рыбы, 5 секунд. Что-нибудь видно вам? Мне ничего не видно. Вот наш вокзальчик, Красный холм. Ну, почта. Для тех, кто не понял, Красный холм – это город в 30 километрах от нашей деревни. Ну, такой местного значения, такой населенный пункт для нас. Районного. Районного. Более цивильный. Краснохолмский район. О, и там туалет. Едем. Так. Давайте отойдем на всякий случай, а то сдует. Думаешь, нас он заденет? Ну да, сейчас сдует и все. А что значит СПБ? Паника. Паника. Все, здесь кончилось, мы не успеем. Клиенты уезжают, гипс снимают. Остановка Локомотив. Такая-то шестой, нам вон еще два вагона пердолить. О, да. Ты останешься здесь. Это вот 8, да? Да, 9. Ну давай, Феликс. Ну все. Да забей, он где-то в 26-й, это где-то в середине. Наверное. Не знаю, где его окно. О!
Нифига не видно. Ура! Сломала ж. Чини! Пока! Когда-нибудь видели так близко поезда? Приезжайте в Красный Холм, увидите, какие агрегатины. Все ушли, остались мы с мамой. Мы приехали к друзьям. Раньше они, в общем, жили, семья жила в нашей деревне. Мы к ним все время в гости ходили, а сейчас они переехали в другую деревню. Мы к ним в гости приехали. Я во дворе вышла посидеть. Вот. Тут они живут. Одноглазый Тайс. Но у него один глаз, второй пришлось удалить. У них такая собака. Тай, собака. Тайсон, стой. Иди сюда. Тайсон. О, брюхо тебе чесать, да? Брюхо чесать. Скелетик. Да. Морду-то покажи. Тайсон, иди сюда. Тайсон, ну вставай, не буду тебя чесать, вставай, морду покажи зрителям, не хочешь. А это развалились трубы, и вот сейчас, а титаны же топятся у некоторых дровами, и идет прямо вот от самой крыши, идет это самое, вот где балки, там эти перекрытия, все же дровяно, да. Это... Так, день, не знаю, какой день, понедельник. Вчера мужа проводили. Покажу вам мой гамак. Покачаемся сейчас на гамаке. Главное, мне не упасть. Сегодня понедельник, значит, это воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пять, суббота. Воскресенье, девятый день, да? В общем, не знаю, не хочу считать. О, мы на гамаке. Мои лапти. Мне вечно холодно, поэтому я в носках, в штанах. Да и прохладно у нас сегодня что-то. Солнышка нет. Вот так я качаюсь на гамаке. Лайла. Сейчас укачает вас тут вместе со мной. Машина грязная. К друзьям вчера ездили. А там у них пылюка. И машина вся грязная стала. Вот так качаемся. Дела так, большинство дел переделали. Можно попробовать, конечно, скамейку сложить новую. Муж все в основном сделал, такую мужскую тяжелую работу, то, что раньше мы с мамой делали. У меня гамак на одну сторону, видите, провисший, потому что я все время на нем сижу, в основном не лежу. Вот, ой, вот так вот, если только на середину, то и даже не лезь, ё-моё, ой, больно. Вот так. О. Привет! С ума сошла, ноги свои показываю. В общем, короче, у нас скучно стало. Ну, сейчас понедельник, а мы в четверг уезжаем. Понедельник, вторник. Завтра, наверное, поедем к родственникам дальним в Санково. Такой тоже узловая станция, короче, железнодорожная. Тряпочка висит. Короче, показывать нечего. Мама там в окне
занавеску вешает. О, маман что-то там творит. Запечатлили. Вот так. Можно попробовать спилить дерево. Потому что оно уже сухое тут местами. Надо раскачаться. Опа. Лайла. Вообще хорошая, в принципе, погода. Прохладно, но я люблю такое, когда жары нет. Такой теплый, в принципе, ветерок. Себя показывать не буду, потому что я, страх Божий, не накрашенная и вообще не накрашенная, страшная и накрашенная. В общем, как-то так. Наш улов. Да я тут снимаю видео. Наши рыбины. Мы их засолили, сушим. Надо в город довезти, чтобы они в городе досушились. О, рыбина. Вот эти самые огромные. А я, по-моему, показывала, нет? Вот эти муж поймал. Вот так вот. А вот эти я. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мне маленькие. Нет, он, наверное, вот эти поймал. И вот эту. А мне остальные маленькие. Попались.